Под колеса автомобиля угодил ребенок. Девочку-велосипедистку сбил маршрутный автобус. Это уже четвертый случай за лето, когда в аварии попадают рулевые велосипедов. В районе 7 часов вечера Поваровского 73 16-летняя девушка угодила под автобус. Велосипедистка двигалась по обочине главной дороги. Водитель автобуса выезжал со второстепенной и по правилам дорожного движения должен был уступить двухколесному транспортному средству. Однако ребенок оказался под колесами. Девочка госпитализирована с переломом руки. Это уже четвертый случай с участием юных велосипедистов за лето. Самому маленькому пострадавшему было всего 7 лет. Стражи порядка убедительно просят родителей следить за своими детьми. Что касается последнего ДТП, по нему еще предстоит экспертиза. Ведется разбирательство, то есть по этому делу еще степень тяжести будем уточнять, какие травмы причинили этому ребенку. И еще будем, наверное, проводить эксперименты, там, чтобы уточнить точно, кто прав, кто виноват в этой ситуации. То есть винить сразу водителя автобуса нельзя, еще точка не поставлена в этом ДТП,